В сети газетных киосков Австралии можно купить биткоин и эфириум за фиатные деньги. Местный криптообменник Bitcoin.com.au предложил возможность купить криптовалюту привычным способом тем, кто не может разобраться с нюансами покупки онлайн. Как говорит руководство площадки, проект таким образом хочет подчеркнуть легитимность криптовалюты. Газетных киосков, предлагающих криптовалюту, в стране насчитывается более 1000. Для покупки необходимо иметь соответствующий кошелек. Купить биткоин или эфириум можно на минимальную сумму 50 австралийских долларов, а обменник возьмет комиссию 5%.